Thank you.
Приветствую всех зрителей, снова возвращаемся мы на второй игровой день групп по Counter-Strike. Прошлые выходные у нас был, получается, первый этап, и сейчас, соответственно, уже второй. Сегодня встречаются у нас второй парой команд на данной трансляции Explosion Team и команда Bizon. Ну и компании представляют, Explosion Team представляет компанию Mosgor Geotrest и Bizon, собственно, одноименная компания Bizon. Как команда называется, так и компания. Немножко поговорим про нашу лигу, да, где мы находимся. Вообще, Лига чемпионов бизнеса. Это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение. Проект объединил в себе корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и киберспорту, конечно же. И является самым массовым корпоративным турниром в мире. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году впервые. За это время было проведено 10 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняло участие более 800 команд из более чем 160 российских и международных компаний. Участники играли и представляли 17 стран мира и больше 50 субъектов Российской Федерации. В этом сезоне в 6 дисциплинах участвуют более 150 команд и 1000 игроков. В обновленной дисциплине CS2 64 команды, в боевой арене Dota 2 48 команд, в танковом симуляторе Мир танков 24 и в Лиге Легенд и в PUBG по 16 команд соответственно. В индивидуальной дисциплине Hearthstone, кстати, такая тоже есть, поле сражений, ожидаем более 70 участников. И добавим про нашего генерального партнера, группа IT-компании Lanit. Lanit предоставляет призовой фонд в чемпионата в размере 1,5 миллиона рублей, который в этом сезоне распространяется на сильнейшие команды игроков Золотой Лиги. Ну и давайте уже будем прыгать на матч Bizon и Mosgor Geotrest. Стартует первая карта. Первая карта у нас Overpass. Первые раунды уже начались, так что давайте туда быстренько. Lanit реализует крутые масштабные проекты по всей стране, делая жизни миллионов людей лучше, комфортнее и ярче. Lanit активно выступает за развитие корпоративного киберспорта, поддерживая Лигу чемпионов бизнеса. Ведь наши коллеги из Lanit точно знают, что все изменяется лучшими. Так, поехали смотреть. Третий раунд. Счет 1-1. Пошла сейчас разыгровка. Так, выход пошел на аплен сейчас. Кишки нужно принимать. Это, кстати, ну, может быть, не стоит рашить с пистолетами так нагло. Может отойти. Тут смоки лежат уже, не понимают, что делать. Погибает Асокин. ФМС также скосили. Базиман пытается хоть кого-то убить, но также падает через смоук. Enterprise 32 остается один здесь. А, нет, у него еще тиммейт был позади, но также их разорвали. Ну и отличная приемка от стороны обороны. Ну и на самом деле можно было развернуться. Была такая опция, да, сейчас просто уйти на Б, потому что смоки потратили, много героев. Ой, героев, господи. После доты еще не отошел вчерашний. Много игроков стянули, и можно было выйти спокойно. Так, ладно. Четвертый раунд. 2-1 ведет защиту. У нас, кстати, за защиту сейчас играют команда Bizon и Mosgor Geotrest, соответственно, за атаку. Базиман здесь спалил ноузена уже в монстре. Кстати, Пиканчу нагло сыграл здесь на миде, но лучше оттянуться, да, на сайт. Улицу здесь проходит ФМС сейчас. И, кстати, его никто не встречает. Можно попытаться пройти в туалеты, в принципе. Растягиваются сейчас по карте. Мы видим, нету какого-то слаженного сразу нападения, да, на первых минутах. Прощупывают почву. У нас атака. Кишки здесь на ланге пытаются кого-то найти. Кстати, сейчас Асокин может словить хороший тайминг, пройти, когда его не прочекают. Но его, по-моему, заметили, да? Должен сейчас, по идее, замечать игрок обороны. Также под монстром играет Базиман. Можно попытаться пройти сейчас. Так, ФМС уже погиб там где-то от Пиканчу. Так, выходит сейчас Базиман на Мэна. Падает по итогам. Мэн нужно дальше отыгрывать. Еще там Тиша, кстати, может выйти с монстром. Полетела хаешка. И отличный хэдшот, кстати, по АМНу залетает. Можно захотеть. На воде еще стоит Ноузен. На Б-сайте пачка есть у Тиши, но может быть оттянуться на А, потому что сейчас уже очень много стягивают сил сюда оборона.
Я думаю, что это путь в один конец. Сейчас Тиша будет выходить. Так, выходит. Убивает Ноузена, кстати, перекрестным огнем. Отлично, Алимар. Нужно хоть кого-то убивать. Пытается пачку пробежать, поставить Тиша, но пока что не получается. Так, Асокин. Пикает Алимар. И Алимар просто всех скосил с тиммейтами. Отличная здесь игра в обороне от команды Bizon. Ну, как-то, знаете, Мосгоргия Трест в этом раунде, мне кажется, слишком поспешили. У них были растянуты силы по карте, и можно было найти какие-то опции, но зачем выходить на Б после того, как там уже был размен, я не совсем понимаю. Ну, ладно. Ладно, 3-1, имеем, что имеем. У нас эко-раунд от команды атаки сейчас будет. Можно попытаться вывалиться куда-то рашем. Базиман уже погибает в канализации. Там его кишки с М4 убивают. Кстати, можно дальше отыграть. Там еще Асокин. Пачку подбирает. Через смоук настреливает. Чуть-чуть не хватило. Полетела хаешка, но Асокин отошел уже. ПМС сейчас проходит через мид. Заметил Пиканчу на центре. Падает уже Энтерпрайз. Пиканчу можно дальше еще отыгрывать М4. Тут у него еще поможет кишки с канализации. Ну и с пистолетами, конечно, не могут ребята из стороны атаки особо ничего сделать. На дистанции надо сближаться, падает Тиша. Минус кишки также, но там Пиканчу, в общем-то, всех скосил под конец. И это четвертый в копилку команды Bizon. Но надо понимать, что это был эко-раунд. Сейчас будет закуп, вот сейчас раунд действительно важный. Сейчас раунд важный, и надо его забирать, конечно же, команде Мосгоргия Трест, потому что если не этот, то можно вообще выйти на 6-1, да, что будет для них очень-то печально. Пачка бежит под Б сейчас. Так, Базиман, неужели будет раш через монстр? Закрываю сразу же огнем. Базиман пытается здесь кого-то поймать. Так, заметил сейчас. Сможет ли перестрелять? Ноузена, да, перестрелял. Нужно выйти. 50 хелспоинтов остается. Сразу через смоук здесь нажимает Алимар. Какой хэдшот здесь залетел через смоук. Просто шара. Шара нереальная. Надо пачку забрать и отойти, наверное, под А-сайт. На А-сайте, кстати, лишь один Пиканчу. И он что, тоже стягиваться будет? Мне кажется, лучше остаться на А-сайте сейчас. Потому что именно сюда, видимо, пойдет сейчас перетяжка. Энтерпрайз с тиммейтами уже бегут сейчас через туалет. Итак, Пиканчу один стоит в сайте. Кишки, кстати, заходит через спину. Ой-ой-ой, какой сейчас мув может получиться, кстати, хороший. Пиканчу будет принимать спереди, а кишки бежит сзади. Пошла раскидка, минус один, минус второй. И третьего можно забирать, минус три здесь. И в туалетах Асокин, последний с двух сторон его сейчас задавят. И да, разменом все-таки забрали, конечно. Отличная игра. Отличная игра, в спину забежал, и как же вовремя он здесь оказался. Ну и проиграли свой байраунд очередной команда Мосгоргия Трест. И это на самом деле, конечно, грустно. Грустно, потому что это 5-1, скорее всего сейчас будет 6-1 после пистолетного. Ставится пауза, конечно, нужно немножко сбить темп команде защиты. Ну и самим что-то придумать уже интересного. Потому что то, что они делали, ну, определенно не работает. Нужно что-то новое. И, кстати, появляется авапа сейчас для Пиканчу. А насколько мы знаем, Пиканчу с авапой это больно, может быть. Поэтому надо будет как-то закидывать его гранатами, чтобы он не находил свои минусы халявные. Стоит пауза. Это, кстати, вторую, да, по-моему, они две подряд взяли, если я не ошибаюсь. Прям что-то они думают, на друга здесь посматривают. Но странно, что они нажали паузу на пистолетном еще и дважды. На самом деле можно было пистолетку, мне кажется, побегать просто, да, там что-то попытаться сделать, какой-нибудь зарашить, а потом уже на байраунде какой-нибудь сделать кол важный в паузе. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Поехали. Седьмой раунд, 5-1 счет. Что придумает сейчас атака? Закупились, кстати, форсом. Так, ну пока что опять расплетились по карте. Единого выхода никуда не будет. Пытаются здесь как-то кишки прогнать, но там смоук лежит на самом деле. Через смоук ты ничего не сделаешь. Здесь М4 очень легко принимать будет. Рок обороны.
Пачка, кстати, лежит. Ой, как хорошо простреливает Enterprise. Чуть не убил сейчас. 50 хелспоинтов остается. Цел кишки. Выходит он стреляться, но тут размен. Очень неудачно он вышел. Также падает Асокин. Так, кстати, Алимар 30 хелспоинтов. Минус 2 здесь делает. Также Пиканчу убивает еще и ФМС. Но на самом деле сейчас... очень грустная ситуация у команды Мосгорги АТС, потому что их кол не сработал, да, их пауза не сработала. Ну, им нужно что-то думать заново. Так, Алимар под флешку выходит, пытается тише как-то здесь убить, но не получается. С другой стороны, может, они сразу планировали наперед, да, может, они считали, что пистолетку навряд ли все-таки получится им выиграть, потому что они думали именно на вот этот раунд. Сделаем на нем предельный акцент. Потому что если, ну, и этот проиграть, да, то это 1-8. А это уже близко к провалу. Так, Enterprise берет Ави, кстати. Так, берет Авапу. Ну и что? Хороший ли это мув вообще за атаку на Аверпасе? Пока что непонятно, если честно. Как же здесь просто на Б нереально пройти? Пошел пуш, кстати, через монстр. Так. Будет сейчас выход от Тиши и компании. Но тут смоук опять. А что делать? Что делать? Ноузен просто скроет монстр. У него есть все гранаты. Полетели сейчас раскидки. Там Лимар, если что, еще прикроет. Я не представляю, как можно выйти на Б-сайт. Сейчас здесь еще пойдет перетяжка. Будет на девятке. Тиммейт Ноузен уже убивает Тишу. Падает АМН от Асокина. Нужно Ноузну развернуться. Отличный минус по Базиману. Дальше нужно работать. Два патрона остается. Перезарядка. Асокин сейчас на неожиданности может пикнуть. Нет, у него лоу хп. И ПМС все-таки разменивает за своего тиммейта. Уже неплохо. 2 в 2 ситуация. Enterprise с Авиком. И, кстати, там также Авику Пиканчу, напоминаю. Но на Б-сайт как будто бы уже не стоит идти. Может развернуться, потому что... ладно, здесь решили остаться. Все-таки ФМС ставит пачку. Enterprise с Авиком. Сейчас его должны заметить. Убивают кишки его с пистолета по ФМСу. Работает. 50 хп остается, но все-таки Пиканчу добивает его. Да, разменивают. И это 7-й в копилку команды Бизон. Очень важный раунд, на самом деле, для них. Вообще ни шанса не дают просто. Очень сильно душат просто во всех направлениях. И большие проблемы у команды Мосгорги АТС. Не знаю, этого ли они ожидали от этой серии, что будет так тяжело. Но пока что все их стратегии не работают. Побежали сейчас на Б. Паровозиком полетели гранаты. Но мы же знаем, как могут принимать сейчас защита монстр. И вообще в целом босс Б-сайт. Падает уже Базиман, пытается Enterprise разменять. Ноузен дабл килл. Ну и все. Все, атака захлебнулась. Какой Б-сайт? Ну туда же невозможно просто пробежать. Мне кажется, можно было тогда уж на А попытаться зафорсить быстро. Но, блин, через этот монстр, через канализацию эту бежать, ну, просто нереально. Это должно просто какое-то чудо произойти, чтобы там не откинулись молики, смоки, не прилетело в голову. Тиша пытается здесь как-то найти минус сейчас. До конца стоит в этой позиции, но его никто не пикает. У него пачка сброшена здесь слева. Тиммейты рассосались по карте. Хочется хотя бы каких-то минусов найти. 3 в 5 ситуация, конечно, тяжело, но в принципе можно разыграть. Теория. Забирает пачку, стягивается под А. Под А у нас Асокин, кстати, проверяет здесь ситуацию. Пиканчу можно поймать на неудобном тайминге. Кстати, если Авик открыть сейчас... ой, как же... ой, как хорошо залетело, кстати. Сначала казалось, что неудачный тайминг, но хедшот шикарный залетел. Также ФМС находит минус. 3 в 3 ситуация. Сейчас стягиваются ребята. Так, Алимар бежит первым. Его слышно прекрасно, кстати. Его вообще великолепно слышно. Тут Асокин сейчас будет принимать. Так, МН хочет выходить первым. Алимар уже вышел через смоук. Через банк. Минус МН. Второго нужно принимать. Через смоук. Сейчас Асокин отыграет. Его не видят здесь. Минус Асокин в размен. ФМС остается 1 в 2. Так, Алимар с Авиком.
Нужно как-то аккуратнее пикать. Гранат больше нету. А вапой просто идет в наглую. И, к сожалению, падает здесь Алимар. Для кого, к сожалению, для кого, к счастью. Тут, конечно, рады ребята из команды атаки. Второй раунд забрали. Да, они летят 7-2, но тут за каждый раунд нужно цепляться. Напоминаю, что в обновленном Counter-Strike сейчас игра идет до 13 раундов, поэтому времени на то, чтобы проснуться, да, на то, чтобы найти свою как-то игру, меньше стало. Ладно, поехали. 10 раунд. Снова здесь гранаты летят под Б-сайтом. Как же хочется атаки, да, пройти на Б. Кишки с М4 отрабатывает по Асоке, но отличная сейчас игра. Выигрывает он эту перестрелку. Ну и спалили на самом деле всю атаку сейчас. 4 игрока под Б-сайтом. Их может просто сейчас в спину уже обходить кто-нибудь из обороны. Да, тут уже просматриваются туалеты. Никого там не было. Должны понимать команда Бизон, что это выход под Б-сайт планируется. Здесь летят смоки, естественно. Гранаты просто бесконечные, как будто бы. Так, пошел выход сейчас на воду. Базиман падает, ФМС выходит на Алимара. Также отличная игра от Алимара. Даблкил, можно дальше отыгрывать. Там пачку, кстати, вроде должен замечать. Энтерпрайз с авиком. Тиша один здесь снизу на воде стоит. Заметили его, убивает Алимар. И минус Энтерпрайз. Как хорошо здесь он отыгрывает. Минус 4, MVP раунда шикарно отыграл. И это 8-2. 3000 там плюс-минус у каждого игрока атаки. Будет какой-нибудь калашников, наверное. Или полу такой, полузакуп, да. Там сбросить можно пару калашей. Да, 4, 3 калаша, 2 галила, окей. Более-менее закуп есть, можно играть. Наконец-то перестали бежать на Б. Выходит через А, потушить надо было молик. Да, получилось. Сейчас будет выход на улицу. Базиман опять здесь через смоук будет пикать. Словил хаешку. Так, ну и пока что очень, кстати, хорошо двигаются игроки атаки. Их на А особо никто может не встречать, потому что там лишь один Пиканчу играет близко, его можно убить. Но как же хорошо он здесь, он понимает примерно, оттягивается под трак. Тут еще и Базимана уронили, ну и ситуация уже 5-4 для защиты. Это непонятно, что делать атаки. Сейчас Энтерпрайз может пикнуть Пиканчу на хорошем тайминге. Если получится убить, будет просто шикарно. Полетела граната, прочекали на прыжке. 50 хп снимают уже Пиканчу. Так, минус ФМС, разменялся, кстати, с кишки. Пиканчу пикает дальше. Минус Алимар. Хороший хедшот от Асокина. Ну и что делать дальше? Ситуация 3 в 3. Падает Энтерпрайз. Пиканчу также улетает хедшотом. Ну и что, 2 в 2, можно заходить в сайт. А здесь должен принимать АМН. АМН просто падает без шансов. Он не смог здесь никого даже убить. Ставится пачка. Ноузен пытается с хелпы здесь подбежать, но уже слишком поздно. Прочитает ли сейчас игрока слева в смоках? На траке очень хорошо стоит игрок атаки. Падает Тиша. Так, Асокин. Асокин... Ой-ой-ой, спалил свою позицию, как же плохо на самом деле. Мог пытаться в спину как-то убить. Ноузен читает этот выход и убивает Асокин. Отлично, отлично. Исполнил, ну и какой раз уже чуть-чуть не хватает атаки. Просто чуть-чуть. Вот 9-2 их опять отправили. Да, в спектаторы всех. Ну и сидят они, не понимают, чего же не хватило в очередном раунде, чтобы забрать его себе. Как будто бы... Не хватает здесь просто индивидуальной стрельбы, если честно. Ну и, конечно, проблемы небольшие в тактиках. Не совсем понятные выходы. И это в совокупности с не лучшей стрельбой на оверпасе дает вот такой вот итог. Но игра еще не закончена, так что все можно камбэкнуть. Не будем заранее хранить команду Мосгорд Геотрест. Так, Асокин уже падает, кстати, от кишки. Отличная игра. Я так понимаю, опять, да, в канализации? Ну да, ну... Он просто не отдает эту позицию, он здесь до конца ее выносит. Просто последний раунд, наверное, да, будет так же играть. Минус Базиман. Ну и я не знаю, что с ним делать. Здесь он еще разворачивается, почти забирает Энтерпрайза, пол хп ему снимает. ПМС 57 хелспоинтов также. Алимара, кстати, удалось забрать, 3 в 3 ситуация, но
каленые здесь. Два игрока атаки, можно сделать выход на сайт, но тут пиканчу с авиком, откидывает хороший молли. Сложно его пикнуть, с авиком выключает энтерпрайса, ну и 2 в 3. Остается атака и против авика, против двух М4, вообще непонятно, как отыгрывать. Тиша погибает, ну и последний ФМС, о нем знают, конечно же, прекрасно. Пачка выпала. Ну и каким образом здесь ему взять этот раунд, непонятно. Но здесь на самом деле кишки просто. 18-8 хоронит команду противников. Свою позицию держит просто мертвым хватом. И, конечно, абсолютно заслуженно. Да, абсолютно заслуженно. Мы видим вот такой вот счет на табло. ПМС забрал пачку. Сейчас под А-сайт стягивается. Так, ну и что, времени не так много остается. Его, конечно же, прекрасно слышат. И Пиканчу просто уничтожил его с авиком. Ну и... 10-2. 10-2 у нас. Смена сторон пошла. Посмотрим, что покажут сейчас Мосгор Геотрест за сторону защиты. Но с такого счета, конечно, тяжело камбэкать. С такого счета действительно тяжело. И это нужно прям большую такую волю иметь, чтобы камбэкать такое. Ладно, посмотрим. Посмотрим, пошла пистолетка. Поехали смотреть. 13 раунд. Очень, кстати, нагло сейчас Enterprise играет. Пошел сразу же в близ на улицу. Полетели гранаты. Пошел выход, кстати, сейчас на улицу от ноузной компании. Можно дальше пушить. Так, нужно Enterprise запушить каким-то образом. Отходит он на трак куда подальше, так. Но знают, прекрасно знают, где находится атака сейчас. Можно их здесь принимать. В спину, кстати, их никто не пушит почему-то, хотя опция такая вроде как имеется. Ну и атака оттягивается, да, вроде как не стали пушить просто в улицу в тупую. Пока что прощупывают ситуацию на карте, пока что отходят. Так, пошли под бэсайд. Пошли под бэсайд, а здесь кто стоит? Асокин с дуалберетами, должен принимать. Минус Ноузен, падает сам. А Мэна также забирают. Ситуация 3 в 4. На воде можно забрать Базимана. Лоу хпшный он. Тише. Также лоу хп остается. С девятки пытается ФМС с юспом отыгрывать. Интерпрайз в наглую пушит. Почти двоих забрал. Но все-таки его здесь убивают. Окей, 2 в 3. Пачка еще не стоит. Алимар какой хедшот находит. Шикарный. 2 в 2 уже. И что, на сайт сейчас просто побежит. А кишки тем временем может принимать Базимана сейчас. А, и какой хедшот от Базимана. Отлично. Ну и остаются 2 в 1. И спокойно можно здесь на самом деле забирать этот момент в защите. Да, 2 каленых, но играют они все-таки вдвоем, численным преимуществом. Можно просто забирать. Сейчас Алимар... Очень напряженный раунд для него. Убивает Тишу. Какой хороший хедшот. Так, Базиман. 8 хелспоинтов. Против 10 надо пикать. Как же напряженно здесь. Очень опасно. Алимар хедшот. Да, он забирает этот раунд. И это 11-2. Выигранная пистолетка. Отличный клатч от игрока команды Бизон. И очень заслуженно они... 11-2 сейчас имеют преимущество, да? В очередной раз подтверждают, что это все не случайно. Это все неспроста. Они действительно сейчас лучше. Они действительно сильнее. Поехали. 14 раунд. 14 раунд. Алимар сейчас пушит канализацию. Такс. Может Энтерпрайса встретить. Энтерпрайз, кстати, с МПшкой будет принимать близко. Но Алимар его должен слышать. Какой хедшот отвесил. Минус Энтерпрайз. Уже преимущество численное имеется. Пиканчу сейчас стоит на раскидке. Можно пытаться на бассайт выскочить. Базиман здесь также с МП9. Будет, кстати, один. Если на него выйти, то можно очень хорошо здесь пробить бассайт. Потому что всего лишь один опорник стоит. Пиканчу падает от Базимана. 58 хелспоинтов у него остается. Лимар находит килл по ФМСу. Кишки пушил А-сайт и убивают Тишу. В итоге А-сайт открыт. Пачка сейчас сюда будет стягиваться. Ну и... Асокин и Базиман остаются не у дела. Кстати, может сейчас МПшкой запушить АМН, убить его в спину. Но не успеет, просто не успевает. АМН также с МПшкой бежит быстро. Ну и там еще Базимана забрали. В итоге Асокин 1-4 остается. Крадется в спину, его встречает Алимар. И, конечно, хедшот ему прилетает. И это 12-2.
Это 12-2, и все идет к логичному завершению данной карты и победы команды Бизон. Закупа у защиты толком нету. Один ФАМАС, 3 ППшки, ну и Desert Eagle. Посмотрим, как отыграется здесь потенциально последний раунд. Пошел выход сейчас на Б-сайт. Так, будет Асокин принимать сейчас с ФАМАСом. Это все дело. Полетел огонь хороший. Ноузен падает уже. Минус кишки. Хоронит сейчас атаку. Минус МН. И это провал. Вот так вот нельзя было. Видимо, уже слишком поверили в свою победу на этой карте. Команда Бизон. И очень опрометчиво решили вот так вот через монстр пробежать. Ну и Асокин, конечно же, принимает все это дело с компанией. 2 в 5 остались. В принципе, такое можно попытаться разыграть, если какие-то халявные киллы найдут, например, вот такой вот по Асокину. Аккуратнее надо быть в защите, потому что они в одном матчпоинте от поражения. И есть девайсы у игроков атаки, можно спокойно забирать этот раунд. Пропушу Энтерпрайз, отлично, убивает Пиканчу. Убивается также Базиман, минус Энтерпрайз, ничего себе. Так, ФМС должен принимать Алимара, Алимар... Ой, отходит. Опасная ситуация. Но на самом деле здесь хорошо играет защита. Я думаю, могут его все-таки убить, если он пойдет на Б-сайт. А он, кстати, идет на Б-сайт, крадется через шорт. Ой, какой же здесь сейчас может быть мега-мув, если он найдет ФМС в спину. ФМС не прочекивает его... Алимар заметил ФМС, убивает его. Тиша на девятке. Сейчас он с диглом. Как же они разыграли? 4 в 2 была ситуация. Должны были забирать это, естественно, Мосгор Геатрес. Но что творят Алимар и компания? Так, в итоге 1 в 1 клатч. Можно брать это. Тиша его заметили. Его хедшотом просто уничтожили. 13-2. Даже на этом раунде все нам доказали команда Бизон, и жирная точка просто прилетает от Алимара. Шикарная первая карта в их исполнении. Ну и будем мы уходить на небольшой перерыв перед второй картой. Вторая карта у нас будет Инферно. Да, насколько я понимаю, да, будет Инферно. Первый Аверпас, второй Инферно, и Десайдер, если до него доберемся, будет Вертиго. Так что не расходитесь далеко, скоро продолжим. Думаю, что ребята не заставят нас долго ждать продолжения.
Приветствую всех зрителей на Лиге Чемпионов Бизнеса. Стартует у нас второй этап группового сезона, да. Ну и по итогу, кстати говоря, первую карту забрали Бизон в противостоянии Мосгоргеотрест. Извиняюсь за такое название, конечно, за произношение такого названия, но это было тяжело. 1-0, да, в пользу Бизон. Сейчас у них стартует вторая карта Инферно. Возможно, там мы не увидим такого разгромного счета, как это было на первой. Напоминаю, что на первой карте, да, на Верпасе Бизон вообще не оставили шансов своим оппонентам. Ну и перед тем, как прыгнуть на Инферно, давайте поговорим про нашу лигу, где мы вообще находимся в данный момент. Лига чемпионов бизнеса — это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение. Проект объединил все корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, ну и, конечно же, киберспорту. И является самым массовым корпоративным турниром в мире. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году. За это время было проведено 10 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняло участие более 800 команд из более чем 160 российских и международных компаний. Участники играли и представляли 17 стран мира и больше 50 субъектов Российской Федерации. В этом сезоне в 6 дисциплинах участвует более 150 команд и 1000 игроков. В обновленной дисциплине CS2 64 команды, в боевой арене Dota 2 48 команд, в танковом симуляторе Мир танков 24 команды и в Лиге легенд и в PUBG по 16 команд соответственно. Также есть еще индивидуальная дисциплина одна, это Hearthstone, поле сражений, там мы ожидаем более 70 участников. И также добавим про нашего генерального партнера, группа IT-компании Lanit. Lanit предоставляет призовой фонд чемпионата в размере 1,5 миллиона рублей, который в этом сезоне распространяется на сильнейшие команды и игроков золотой лиги. Ну и давайте будем прыгать на вторую карту матча Бизон и Мосгоргеотрест. Поехали! Генеральный партнер чемпионата группа «Lanit» реализует крутые масштабные проекты по всей стране, делая жизни миллионов людей лучше, комфортнее и ярче. «Lanit» активно выступает за развитие корпоративного киберспорта, поддерживая Лигу чемпионов бизнеса. Ведь наши коллеги из «Lanit» точно знают, что все изменяется лучшими. Так, поехали смотреть. У нас третий раунд, 3 в 3 ситуации. Сейчас... введем вас в курс дела. Бизон играет за защиту сейчас. И Мосгоргеотрест будет исполнять за атаку. Стоит пачка. Базиман убивает Пиканчу. Ситуация 2 в 3. Должны атака сейчас это забирать. И для них это будет первый раунд. Так, Ноузен пытается врываться. Здесь ретейкать. Падает Ноузен. Минус Асокин также. Кишки убивает Базимана. Скорее всего, нет. Не получилось у него даже убить Базимана. И в итоге они выжили, да, вдвоем сейчас. А ФМС... Нет, кстати, он не умер. Он не умер, потому что пачка не успела взорваться. Отличное исполнение здесь от команды Мосгоргеотрест. И по итогу они забирают первый раунд на карте The Inferno. 2-1 общий счет. 3 раунда уже сыграно. Ну и давайте смотреть, что будет сейчас на четвертом. Полузакуп есть у защиты сейчас. Пистолеты, ППшки, пошел раш банана. Сейчас небольшой, но тут огнем сразу закрывают. Убивают Алимара, как же здесь он неудачно прочекал на самом деле. Тише, можно рвать дальше и метать по банану на Б-сайт. Стягиваются кишки. Кстати говоря, сейчас гранат, правда, нету. Помочь своему тиммейту. АМН должен с ППшкой принимать, хотя бы минус один дать в сайте. Но пока что не бегут. Пока что, смотрите, не бегут игроки атаки. Немножко оттянулись назад, хотя вообще была опция просто ворваться на ноге на Б-сайт. Там был всего лишь один опорник, пока еще не было хелпы, да? Могли его забрать, поставить пачку и спокойно занять. Но они сейчас стягиваются на А, и если, кстати, сейчас на плюс В побегут, то не успеют кишки ротейтнуться, и там будет всего лишь один Ноузен. Но уже ротация уже пошла. Так, полетели первые гранаты. Ноузен нужно принимать в сайте. Опасная ситуация здесь для него. Так, Асокин сейчас будет проходить. Через апсы также будет выход. Там смоук, правда, прилетел, не самый удачный. Кишки принимает с кухни. Почти забрал, но пока что не получилось. Ноузен минус Базиман. Размен произошел. Кишки пытаются хоть кого-то забрать, но пока что неудачно. Лоу хп ему оставляют. И падает он. Enterprise отличный минус. 2 в 4 сейчас ситуация. Непонятно, как будет идти на ретейк сейчас.
игроки защиты. Может, стоит засейвить, потому что есть М4, есть хотя бы ППшка, денег вообще по нулям. Что, мне кажется, стоит задуматься, да, действительно, о том, чтобы засейвить, и они это и делают. Провалилась защита сейчас команды Бизон, и порвали их на Б-сайте очень-таки легко. На А-сайте, точнее. Вообще, на самом деле, рано отдали его, да, потому что рано пошла ротация со сайта, думали, что это Б, а в итоге... Просто на вышли, убивают здесь Пиканчу, минус МН, какой ценой, правда, но это в плюс, естественно, атаки, потому что у них-то деньги есть, а у защиты нет. И дропы из них, конечно, выбить даже ценой своей жизни, это безусловно в плюс идет 100%. Такс, поехали дальше. Пятый раунд, пистолеты сейчас у защиты. Лето у защиты. Асокин сейчас, кстати, прорвался через молли. Можно дальше пытаться выйти. В наглую идет просто на Б-сайт. На самом деле здесь можно либо идти дальше, либо отходить. Потому что сейчас все стянутся на Б-сайт. Опорники, да? С команды защиты выходит Асокин. Так, в наглую. С гробов засмочили, кстати, Алимара. Пытается хоть кого-то забрать Асокин. В спину его настреливает МН. Убивает Асокин. Да, Ноузен. Нужно перетягиваться тем временем. Ставится пачка уже. Все в смоках, без шансов. Здесь Алимар с пистолетом. Нужно хотя бы на клумбу тиммейта подсадить. Может, он кого-то заберет. Ноузен также бежит на помощь. Кишки уже падают. Пиканчу также минус. И очередной шикарный раунд от атаки. Просто великолепно. Занимают сайт. И не успевает защита ротейтнуться. Хедшот по Ноузену прилетает. Алимар с диглом. 30 хелспоинтов. О нем знают, судя по всему. Но и его сейчас могут также забирать. Падает Базиман также. Ну и минус ФМС Алимар. Но здесь на самом деле уже без разницы, что происходит. Естественно, пачка взрывается. Раунд команде атаки. И это третий для них. Ну и, кстати, очень необычно это видеть, потому что вспомнить первую карту, да, вспомнить первую карту, это был просто разнос в одни ворота, именно от команды Бизон, а сейчас они вообще в роли проигравших, да, 2-3 они проигрывают по матчпоинтам. Поехали, смотри, шестой раунд, банан снова сейчас рашится командой атаки, ФМС идет первым. Куча гранат прилетает, 30 хп остается, здесь просто зажаривают ФМС, минус Тиша, его просто убивают моликом. Хорошие моли, кстати, прилетели, один поближе, один подальше, и в итоге там просто без вариантов. Ноузен сейчас встречает Энтерпрайса, минус его в апсах, ну и хорошее начало для защиты. Просыпаются ребята после вот этих отданных раундов, где они просто не успевали... За действиями атаки. Асокин крадется. Крадется здесь своим тиммейтом. Пачка есть. Также гранаты какие-то полетели. Минус или мор. Какой хоть шот на выпаде. Нужно АМН. Нужно отыгрывать как-то в сайте. Хоть одного забирать. Но он просто падает. Базиман. Какой минус. Еще и хороший смоук здесь лежит. С хелпы не смогут помочь. В итоге занимает сплент. Нужно ставить пачку. Оттягивается Пиканчу. Также со сайта, но он далековато на самом деле. Сейчас кишки и Ноузен будут играть здесь вдвоем. Пытаются через смоук прострелить. На клумбу будет сейчас подсадка. Так, кишки заметят ли кого-то. Базимана замечает. Спалил, правда, свою позицию. Падает здесь от Базимана именно он. Ну и с гробов будут вдвоем выходить. Полетела хаешка. Там смоук. Какой же здесь предательский смоук лежит. Непонятно, как в него выйти. Ноузен в наглую выходит. Забирает Базимана. Но Асокин принимает обоих. Как хорошо он здесь выждал время в шикарной позиции. И это четвертый раунд для команды Мосгор Геотрест. Две минуты задержки. Так, небольшое недовольство в чате. Просто... Очень на самом деле сложно подгадать именно начало карты, потому что после разминки команды в рандомное время могут согласиться на старт игры. Поэтому такие трудности иногда возникают, но извиняемся, конечно, впредь такого постараемся не повторить. Пушится снова банан, у нас седьмой раунд пошел. Пистолеты у защиты, естественно, тут сложно будет защищаться на Б-сайте. Но Ноузен может как-то здесь на ящике хотя бы
Минус один дать. С диглом. Кстати, хорошо хаешки пролетели у Асоки. Но 12 хелспоинтов остается всего лишь. Защита может спокойно здесь. Либо минус один, минус два давать. ФМС падает от Ноузена. Отлично отыграл от позиции своей. Убивают Амэна на меди, также кишки разменивает с Юспа. И слушайте, ситуация 4 в 3 для защиты, учитывая то, что у них пистолеты вообще. Так, на Б-сайте сейчас нужно будет как-то принимать. Асокин, 12 хелспоинтов на миде. Базимана забирают на Б-сайте. Минус также Тиша. Отличный просто раунд от Ноузена. Падает у нас от Асокина, правда. Ну и тут разменяли ему. Отомстили, да. И по итогу третий раунд команде Бизон. Прилетает копилочку. Великолепно. А на живой раунд? А вот на ножевом раунде как раз таки выставляются позиции команд, какой, за какую сторону они играют, потому что до этого ты этого знать не можешь. Ну это такие нюансы. Опять же, можно все сделать, конечно, идеально, но бывают неполадки, опять же, извиняемся. Так, восьмой раунд. Восьмой раунд, пистолеты у атаки. Сейчас по второму миду пошел раш. Через апсы будут забегать. А там есть кому принимать-то вообще? Кишки все это слышат прекрасно. САК 47-м, минус один, минус два. Энтерпрайз пушит дальше, погибает. Кишки на размене, 17 хелспоинтов остается у Энтерпрайза. ХЭшка мимо. И ситуация 4 в 3 для защиты. По итогу здесь Пиканчу остается один на сайте. Нужно колить помощь срочно, потому что его могут убить здесь шальной пулей. Ну и потянулись уже, да. И Амэн пришел, и Алимар, и спокойно ему здесь помогут, если что. Алимар закрывает шорт. Ну и что делать атаки, как-то они здесь слишком медленно играют, мне кажется. Можно было как-то и побыстрее. После вот этого размена, да, по кишке можно было выйти во второй мид обратно. Ну или просто запушить шорт. Они остались в апсах сидеть, но у них же прекрасно есть инфа. Ребята все знают из защиты. Ладно, посмотрим. Посмотрим, пока что они шифтят. Могут на шифте что-то придумать. Заметили Пиканчу на тюрьме. Энтерпрайз уже падает. ФМС пытается перестрелять, но пока что против 47-го АК не выходит. Отходит с дуал-беретами он. Куда подальше. Тише. Минус МН, так, но падает сам. В итоге последний игрок атаки — это ФМС с двумя беретами и... Может сейчас он погибнуть. Да, отличный минус от Ноузена. И сравнивают счет по раундам 4-4. Сначала проигрывали ребята, но вот уже камбэкнули и все. Начинается сначала, да, грубо говоря. Закупа, кстати, у атаки сейчас нету толком. Решили эко-раунд, да, сделать такой экономический с тэкнайнами. Алимар сейчас полетел с дымовой гранатой. Кстати, странно, что не Молли откинул, но Молли близ себя. Сейчас кинул Энтерпрайз, погибает уже. ФМС минус также. Куда же вы бежите? Это еще и поджариваетесь. Тишу убивают на миде. И это слишком какой-то халявный раунд сейчас для защиты. Кишки, правда, падает на банане. Забрали ли какие-то ганы здесь? Да, есть одна М4-я. У Базимана. Можно попытаться хотя бы минуса найти. Если раунд даже не получится взять, то хотя бы ганы повыбивать у КТшников. Алимар стоит на банане, как вкопанный. Пока что не смог забрать Базимана. Перестреливаются. Базиман 49 хелспоинтов. Опасно здесь на самом деле. Рискованно. Жалко, вот у Базимана дропа нету никакого. А, он наоборот, он М-ку отдал. Это у Асокина не было дропа. Так, ну и что, о них есть инфа вся, могут сейчас их зажать, но защита просто суперсейвово отыгрывает. Никто их не идет пушить, все по своим позициям стоят и максимально сейвово все исполняют. Так, Асокин сейчас крадется с пачкой опять по банану. Здесь никто вблизи не играет, но Алимар будет принимать на клумбе. Так, Асокин проходит дальше, понимают ребята, что это будет выход на Б. Алимар нужно принимать сейчас. Падает Ноузен в сайте, минус Базиман, минус Асокин. И шикарно отыгрывает здесь Алимар и его позиция на клумбе. В итоге 5-4, выходит вперед команда Бизон. Опять же, с таким неудачным стартом, да, получается и камбэкнуть, еще и вперед выйти. Шикарно. Шикарно исполняют. Ну и стоит отдать должное команде Мосгор Геотрест, потому что после первой такой разгромной карты не каждая команда может оправиться, да, и
начать так бодро вторую. Так, Тиша опять бежит сейчас на банан. Стоит ли оно того? Алимар надо принимать сейчас за боксом. Убивает Тишу. Можно дальше отыгрывать. Минус Алимар. Падает Асокин. Размен произошел. 4 в 3 ситуация для защиты великолепная. Я не совсем понимаю, почему большинство раундов команды атаки это просто пуш банана. Даже если у вас есть закуп, вы просто пушите банан и вот играете вот этот рандом. Получится, не получится, получится, не получится. И в итоге ничего больше мы не видим пока что. Хотя можно было как-то разыграть, побегать по карте, что-то поинтереснее придумать. Ну и в итоге опять они сейчас шифтят. Нужно что-то делать из того, что есть. Пачка у нас на миде. Сейчас можно под бассайд стягиваться, да, и втроем попытаться на шифте выйти. А мэн с Ноузеном будут принимать сейчас под Б. Так, ну в принципе, кстати, их можно убить, потому что большинство будет именно у атаки. Ноузен стоит здесь с флешкой. Отрезали Амена с маком. Пошел выход от атаки, но боятся, там еще у Enterprise Avic не лучший девайс. Слышит сейчас Ноузен ФМСа. Должен его принимать, сделает выпад. Минус один, Базимен также почти упал, кстати, один из хелспоинтов остается. Пачку надо поставить, Пиканчу с хелпы убивает уже Энтерпрайса, там смоук не лежит. Ну и как поставить здесь пачку? Ну и конечно его, что Пиканчу не забрал в спину. Как он его не убил, ну ладно. Разменяли, конечно, но это было не лучший, так сказать, момент для него. 6-4, 6-4, 10 раундов сыграно, 11 раунд поехали смотреть. Ну и надо здесь атаки, конечно, побольше взять раундов. Хотелось бы 5-6 раундов, чтобы было все идеально. Ну, в принципе, 4 ланд, 4 тоже окей за атаку. 5-6, это, наверное, уже слишком, да, хорошо. ППшки у нас сейчас в действии, также пистолетом. Чего здесь... ждать, наверное, не стоит от атаки, девайсов особо нету. Растянулись по карте, кстати, вот сейчас наконец-то мы видим не просто в тупую пуш банана. Хотя ФМС все равно этим занимается, еще и простреливают тут через смоки. Очень уж им нравится этим заниматься. Откидываться моликами, да, гранатами и настреливать в смоук на банане. Но для защиты-то вся информация зато есть. Они прекрасно понимают, они слышат и на миде Базимана. Они понимают, что на банане есть два игрока. Падает Базиман, кстати, от кишки. Дальше видит, через апсы сейчас будет выходить Асокин. Так, полетел Молли на шорт. Ну и как давить его, непонятно. Еще Энтерпрайз заметили. Амен играет через шорт. Также поможет своему тиммейту, если что. Ну, кстати, вот сейчас единственный, кто может неожиданно сыграть, это Асокин. Выйти через апсы. Энтерпрайса уже забирают. Выходит Асокин на Пиканчу. Должен забирать его с Тэкнайна. Отличный минус. Еще и слышит кишки сейчас снизу. Сам четвертый, он должен его убивать. Нет, Тэкнайн сильнее оказывается. Открывается А-сайт. Можно спокойно сейчас заплантить пачку. АМН, нужно ждать тиммейтов. Нужно ждать тиммейтов. Одному лучше не действовать. Также бежит ФМС. Сейчас у атаки будет через шорт, возможно, отыгрывать. Ноузен сейчас в библиотеке. 20 хелспоинтов выходит, ФМС уже падает. Кстати, 3 в 2 ситуация. Численное преимущество у защиты. Так, Амен и Ноузен против Асокина. 78 хелспоинтов у игрока атаки. Можно убивать одного и разворачиваться на второго. Но тут с двух сторон его просто как гиены напали и растерзали. Седьмой раунд выигрывает команда Бизон. И в очередной раз нам доказывают, что пока что они собраннее по результату первой карты, по результату второй карты из того, что имеем. Они собраннее, они действуют действительно слаженнее и лучше. И поэтому являются лидерами. Такс. 12 раунд. Ноузен снова полетел Молли на банан. Что придумает сейчас атака? Есть закуп, есть Калашникова. Без авика, кстати, играют. Что одна, что вторая сторона. Снова перестрелка на банане. Через мидл, кстати, отыгрывают здесь Асокин. Можно пробежать дальше. Их там никто не встретит. А вообще у нас защита играет очень закрыто. Никто не пушит мид. Никто не занимает его вблизи. Все просто стоят глубоко на своих позициях. Хотят сейчас через
Мид, выходите, сокин и компания. В принципе, можно впятером попытаться ворваться на сайт. Такой вариант может сработать. Сейчас развеются смоки. Кстати, уже готовы бежать Ноузен на асайт на хелпе. Кончу будет принимать апсы. Но пока что ждут. Пока что ждут, ребята. Сокин уже упал. Так, Базимен крадется через апсы. Можно хороший минус, кстати, дать сейчас. Так, Enterprise контролит библиотеку. Занимается, кстати, шорт. Базиман, очень важно сейчас выйти и минус дать. Просто открыть возможность своей команде занять А-сайт. Также Enterprise крадется, убивает Пиканчу, надо выходить Базиману, выходит. В сайте можно забирать сейчас кишки, падает Enterprise, кишки, сможет ли развернуться? Нет, все-таки Базиман его убил, и по итогу еще и Ноузен упал от ФМС, контролится библиотека. У ФМС, правда, 8 хелспоинтов всего лишь остается, 2 в 3 ситуация для защиты. Алимар 100 хп, есть им 4, можно здесь отыграть. Смоук нашивает, пока что не очень получается, но все очень закрыто у атаки сейчас по всем позициям. АМН пытается перестрелять Тишу. Тиша минус один, падает от Алимара. Так, ситуация 1-2. Алимар можно от этого отыграть. На тюрьме сейчас прочекать для Базимана. Слышно Алимара. И просто ваншотом прилетает ему в голову. 7-5. По итогу 7-5. Вполне играбельный счет сейчас. Вполне играбельно, вполне можно от этого отыгрывать команде Мосгор Геотрест. Не критично, не критично. Очень важно, причем взять было последний раунд, да. Такое преимущество моральное, сейчас и пистолетку можно забрать, и мы выйти уже на 7-7, как минимум. Ну посмотрим, как исполнят команды, поменявшись сторонами. Что нам предложат посмотреть. Пошел пуш банана, но теперь уже с другой стороны врывается Алимар, минус Асокин, дальше нужно убивать Тишу, Тиша минус 2 дает, но все-таки падает, Enterprise уже бежит на хелпе, но как будто слишком поздно, здесь еще смоком закрыли, на тюрьме никого нету, по итогу занимается плент, 3 в 3 ситуация, защита могли ворваться через смок, но пока что не хотят рисковать. Можно подождать, есть ли диффуза. По-моему, диффузов нету, если я не ошибаюсь. Поэтому нужно как-то быстрее отыгрывать. Пиканчук здесь, кстати, через смоук тоже не особо видит. Так, Базиман врывается в смоук. Убивает Энтерпрайза, минус Базиман. Пытается хотя бы кого-то забрать ФМС, но нет. Просто без шансов. И это 8-й для команды Бизон. Великолепное исполнение. Опять, да, у нас... Просто Rush Banana, теперь уже от другого коллектива. Но я так понимаю, что это будет самой популярной точкой на карте в данном матче. Слишком уж манит именно там постреляться. Хотя, опять же, опций, в принципе, предостаточно разыграть каким-то иным образом. Падает МС в миде. Просто какая же здесь пулька залетела от Пиканчу со скаутом. В итоге защита остается в меньшинстве. Снайпер команды Бизон не прощает такого. Так, полетели еще гранаты под Б, но это больше фейк, наверное. Сомневаюсь, что Алимар здесь будет выходить. Потопал, полетели флешки. Хотя, слушайте, полетел смоук, также Алимар на шифте. Можно сделать выпад на Б-сайт. Но тут Тиша будет принимать клумбы. А Сокину уже хэдшот пролетел. Так, Тишу, ой, как же читают. Как же читают его здесь. Через смоук убивают. Enterprise здесь пытается как-то задушить Ноузена. 20 хелспоинтов у него. Ну а Ноузен просто байтит, выигрывает время для своей команды. Потому что его тиммейты спокойно поставили пачку и забирают, судя по всему, этот раунд. Минус кишки на центре. Падает также Базиман. 20 хелспоинтов у Ноузена. Минус и он. Ну и это 9-й раунд для команды Бизон. Естественно. А Enterprise нужно хотя бы что-то подсейвить. Ну и, видимо, лучше мака 10-го здесь ничего не было, да, засейвить. Больше, да, ничего не нашел. Кстати, можно сейчас попытаться с банана, да, кого-то поймать. Ой, кстати, хороший мув может получиться. Enterprise почти забирает Алимара. Странно, что он не сблизил дистанцию с ППшкой. Мог спокойно его убивать. Ну, хотя бы его бомба взорвала и меньше
дропа будет у атаки. Хотя бы что-то. Ну, с другой стороны, он сам потерял ППшку. Мог и выжить, если бы туда не пошел. Так, 15 раунд. 15 раунд. Есть закуп у обеих сторон. Не самые богатые закупы. Кстати, под ноль почти все закупились. Так, пока что на банане лишь один Элимар у атаки стоит. Растянулись, рассосались по карте. Команда Бизон. Кишки запрыгивает в опсы. В опсах, кстати, будет играть Базиман. Сейчас может развернуться направо. Базиман спалил свою позицию. Так, кишки должен это читать, по идее. Интерпрайз. Так, на миде сейчас будет выход. Вот кишки, но Энтерпрайз контролирует все это дело. Оттянулся немного. Напряженный момент. Тут еще и в апсах АМН крадется. АМН заметил Базимана. На контакте играют аккуратно ребята. Пока что без каких-либо выходов. Пытаются найти опенфраги. Базиман под флешку пикает. Нет. Без вариантов. Так, АМН все-таки хочет, да? Хочет найти какой-то минус. Также выходит здесь тиммейт у АМН через низ. И, по-моему, Базиман здесь может погибнуть. Падает Энтерпрайз уже. Алимар, какие хедшоты, что он ставит. Асокин находит минус по ноузу через смоук. Так, с библиотеки сейчас будет дальше выходить в сайт. Алимар. Осторожнее, надо быть лоу хп сейчас. Так, Асокин, 70 хелспоинтов. Подождал тиммейтов, нужно вместе сыграть. Есть ли гранаты хоть какие-то? Пока что просто в сайте сидят намертво. Игроки атаки. Непонятно, как их оттуда выкуривать вообще. Все спрятались. Ну и может вообще лучше засейвить в защите. Они не могут же пройти. Падает Алимар. Так. Асокин. Минус 2 уже. Убивают его в размен здесь кишки. Так. И что? Сейвить? Сейвим. Сейвим. Тише убегает. М4 можно подсейвить. И, кстати, еще на развороте попытаться убить кишки. Но он сам погиб, в принципе, от пачки, да. И по итогу 10 раунд для команды Бизон. Алимар просто великолепные киллы, очень важные, безусловно. Без этих двух минусов, скорее всего, этот раунд бы не достался команде Бизон. Ну и 16 раунд, если закуп сейчас у защиты. Ну, 2 ФАМАСа, да, М4 засейвлено. Ну и также 2 М4 других куплено. Так, полетел от АМН сейчас Молли, играет близко на банане. Отдают банан защита, судя по всему. Да, отошел сейчас ФМС. Решили не рисковать лишний раз. Ну, кстати, слушайте, АМН-то может дальше проходить сейчас. Пачка здесь под Б-сайтом. Также еще ребята с мида подтянутся под банан. И можно будет сделать и выход. Асокин с ФМСом стоят. У Асокина на самом деле не лучшая позиция. Можно было наверх запрыгнуть, попробовать. Алимар падает, хороший хэкшот от ФМСа, минус кишки также на миде. И разваливается сейчас атака, какой отличный шот. Пиканчу пошел выход на Б-сайт, так, нужно принимать Асокина, сейчас он единственный опорник Б-сайта. Прочекают ли его или нет. Тут Пиканчу с авиком, на самом деле, ой, нашивают его через смоук. Ноузен сверху, нужно убивать Асокина, да, падает МН, правда. Размен пошел, ну неплохо, неплохо, ставится пачка. С хелпы сейчас... Ой, Энтерпрайза, кстати, убили. Как же хорошо здесь. Летят хедшоты у нас от атаки. А почему он так в соло действует? Можно было дождаться Базимана, в принципе. Можно было спокойно ретейкать. 3 в 2. А в итоге что? В итоге атака сейчас в выигрышном положении. Еще авик стоит, Пиканчу, который не промахивается. Минус тише. Базимен спалил свою позицию. Ну и, естественно, его здесь также уронили савапы. Пиканчу настрелял 13 за эту карту, но эти его киллы очень были важными. В какой раз уже просто своего авика он божит на самом деле. Алимар лох, Алимара на интервью. Так это получается... Получается критика какая-то необоснованная. Вон Алимар почти в топ-табе находится. 13 на 10, между прочим. Критика вообще необоснованная. Так, ладно, отвлеклись. 17 раунд пошел. Алимар погибает, кстати говоря. От Асокина. 45 хелспоинтов у Асокина. На банане сейчас его могут убить. Нужно отойти. Так, ну, есть численное преимущество сейчас у защиты. Надо как-то от этого отыгрывать, потому что уже много раундов очень отдали. Нужно цепляться за каждый вообще, за каждую возможность. Кишки в апсах сейчас отыгрывает. Так. Аккуратнее надо быть. Там Базимен тоже на прочеке стоит.
принципе, мог минус дать. Так, кишки, кстати, его могут не ждать сейчас через мидл. Через апсы можно выйти. С тиммейтом Ноузен также рядом. Полетел смоук, спалили свою позицию. Нужно сразу что-то делать. Enterprise 10 хелспоинтов. Так, что, на сайт выходим? Полетела флешка. Ну, тут будет тяжело на выйти, на самом деле. Хорошая защита. Так, Базиман, надо принимать сейчас. Надо принимать. Минус Enterprise. Пиканчу, отличный хедшот Савика. Дальше. Базиман в сайте. Падает от Пиканчу. Что он делает? Как он его-то убил? Что это за уничтожение? Просто симпл в лучшие годы. Кишки забирает Асокина. На схелпы. Ну и что делать у нас Тише и ФМСу? Вообще непонятно. Остаются они вдвоем. Опять на сейв бежать, что ли? Опять на сейв бежать, ну просто без шансов. Сначала Алимар, да, в прошлых раундах на сайте солил. И свою команду просто на халяву пускал на сайт. Теперь Пиканчу. Что они делают вообще? И, конечно же, заслуженно забирают 12 раунд себе в копилку. А опять же, игрокам защиты довольствуется нужно сейвом. И всего лишь сейчас один матчпоинт будет отделять команду Бизон от победы не только на этой карте, но и в серии, потому что напоминаю, что первую карту также они забрали себе. Решающий раунд. Нужно серьезно отнестись к нему, команде защиты. На самом деле, можно из такого камбэкнуть, поэтому не стоит отчаиваться, нужно играть каждую игру до конца. И даже со счета 5-12 игры камбэкаются. Так, полетели на банан. Но снова Амен просто в наглую рвется. Его вообще ничего не останавливает. Он видит Асокина или не видит. Погибает он. Минус также кишки. Enterprise. Отличный минус. Вот о чем я и говорил. Не стоит отчаиваться. Правда, Алимар находит минус по Асокину. У него у самого лоу хп. 4 в 3 ситуация сейчас. Для защиты вполне играбельно. Но надо учитывать то, что все-таки это команда Бизон. Они уже забрали 12 раундов. И даже из такой ситуации они спокойно могут выкрутиться. Плюс там еще и Пиканчу с Авиком. Это уже вообще отдельная история. Так, полетела флешка сейчас на бассайт. Это фейк или что? Алимар с Авиком почти забирает Тишу. Не успевает выстрелить. Падает. 4 в 2. Ну такое-то должны забирать. Защита. Пиканчу с Авиком в наглую сейчас. Почти забирает ФМС, промахивается. Полетела граната. А это вообще смоук, кстати. Ну, прекрасно знают, что они на банане вдвоем. Не должны их пропускать. Кончу пытается какой-то халявный минус найти. Тяжело пока что. ФМС заметили на гробах. Но как выйти, вообще непонятно. Здесь намертво просто кроют. Пиканчу 9 фолспоинтов. Минус Пиканчу. Падает Тиша от Ноузена. Уходит дальше Ноузен, еще одного забирает. 1-2 ситуация. Слушайте, а Enterprise-то каленый здесь. А с банана идет Базиман в спину. Так, Ноузен. Будет ли ставить пачку? Ставит пачку на мужика. Слышит, прекрасно слышит. Enterprise должен его забирать. Нет, Enterprise прострелом убивает Ноузена. А ведь шансы-то были. Если бы Enterprise сейчас решил, не решил простреливать, да, то он бы, скорее всего, погиб. И была бы ситуация 1 в 1, вполне возможный клатч. Но Enterprise 32 такого не допускает. 6-12 в итоге. И каждый раунд очень важен сейчас для команды Мосгор Геотрест, потому что именно один раунд их отделяет от поражения. Напоминаю. Берется Авик сейчас в защите, кстати говоря. ПМС будет играть с Авиком на банане. Нет, кстати, просто в наглую идти на банан не стал. И встал по итогу на Б-сайте. Падает Асокин. Вот, кстати, такое могло и с ФМСом приключиться. Численное преимущество для атаки. Можно разыграть от этого как-то. На Б-сайте всего лишь один игрок, один опорник. Но зато он с Авиком. Полетел здесь смоук. Развеивается смог. Так, Алимар. Ой, понимает, что здесь Алекс стоит. И Тиша пришел на хелпу также. Так, что дальше? Тиша будет с Фомасом играть вблизи. Будут ли выходить игроки атаки или уйдут на А? Нет, Алимар побежал в наглую. Минус МН Савика. Падает Тиша. Так, Enterprise. Нужно стягиваться под Б-сайт. Отходит ФМС сейчас с Савиком.
Опасная ситуация, на самом деле, 3 в 3 ситуация. Enterprise убивает Пиканчу, ФМС промахивается. Еще раз промахивается, 7 хелспоинтов остается. Прекрасно о нем знают, его сейчас могут просто забрать одной пулей. Пиканчу надо поставить пачку. Бежит Базиман сюда, но он слишком медленно и слишком далеко бежит, как будто бы. Пиканчу промахивается. Так, Базиман пытается с авиком здесь как-то хитаться. Его, кстати, в спину сейчас могут забрать. Да, кишки убиваются в спину. Ну и по итогу ФМС с ноускопом забирает Амельмара. 1-2 ситуация. Просто нужно забрать ФМС. 7 хелспоинтов. ФМС отличный хэдшот по Пиканчу. Что он выдает? 1-1 ситуация. Нужно просто не дать раздефать пачку и не погибнуть сейчас кишки. 66 хп у него против всего лишь-то 7 хелспоинтов у ФМС. Пытается дефать пачку. Нету диффузов. У него нету диффузов. Убивает кишки, но времени не хватает. И это ГГ. Это ГГ. Но стоит признать, что бой действительно Мосгорги от Рест показали хороший. И в отличие от первой карты, где был просто разгром в одни ворота от команды Бизон на Инферно, мы действительно увидели бой и хороший Counter-Strike. Поэтому пожелаем команде проигравшей не отчаиваться, и в следующих матчах может получиться все куда лучше. Ну а команду Бизон поздравляем, естественно. Да, ну и на этом, собственно, серия подходит к концу. Вторая серия на данном канале. Опять же, команда Бизон и Мосгорги от Рест. Команда Бизон 2-0 безоговорочно выходит победителем. И надеемся, что нам удастся кого-то выцепить сейчас из этой команды, поболтать на интервью, зададим пару вопросиков, да, по поводу этой серии, по поводу их игры в целом, ситуации в коллективе, ну и вообще о внутренней кухне их поболтаем. Поэтому оставайтесь на трансляции, не переключайтесь, и скоро мы будем возвращаться. Приветствую снова всех зрителей Лиги Чемпионов Бизнеса. Прервались мы по итогу совсем ненадолго, 5 минут, и мы все-таки выцепили кого-то из команды Бизон. И сегодня у нас на интервью Алимар. Алексей, привет.
Слушай, во-первых, поздравляем с серией, да. Достаточно-таки легко вам получилось одержать победу. И сразу бы хотелось спросить, ожидали ли большего от команды соперников, или вот так и думали, что без шансов закроете? Ну, конечно, мы всегда думаем, что без шансов закрываем, потому что мы все-таки готовимся. На самом деле, мы всегда ждем чего-то от соперников, в любом случае, да, потому что... Ну, мы хотим всегда наверх, хотим победы. И поэтому мы даже, как и сказал бы, не такому сильному сопернику, как может быть, готовились, даже посмотрели там игры какие-то, знали, что они будут делать. Поэтому мы всегда ждем сопротивления. Это здорово. И хотелось бы спросить также по поводу группы в целом сейчас. Как вы оцениваете вообще свои шансы, свое выступление и чего ждете дальше? Ну, в любом случае, мы хотим победы, хотим занять первое место, выйти в золотую лигу. Это для нас приоритетная задача. И вот последняя игра у нас будет с командой, которая по силам уже будет, наверное, можно сказать, несколько раз сильнее, да, чем ребят, с которыми мы играли до этого. Поэтому бросим на это все силы. У нас еще постоянно идет ротация состава. То есть прошлую игру играл один состав, меня вот не было на игре. Эту игру сыграли тоже другим составом, то есть пытаемся найти какие-то связи, коннекшены между собой в первую очередь, вот, и прийти как можно сильнее на последнюю игру, которая будет, по сути, решать, да, кто выйдет наверх. И вот, да, по поводу, кстати, ваших замен, это все-таки вынужденные замены, да, там, допустим, кто-то не смог, или это просто исходя из, как бы, игровых предпочтений, что-то такое? Тут зависит все-таки от ситуации. Там в прошлый раз, может быть, это были все-таки вынужденные замены. Здесь мы хотели посмотреть вообще, как кто с кем сыгрывается, да, кто больше сыгран. Где-то нужно было кому-то наработать какие-то свои тактики обязательно, да, показать, что он может, как он взаимодействует с своими тиммейтами. Потому что в любом случае команда собралась только вот только-только, да, у кого-то это первый ЛЧБ. Поэтому в любом случае смотрим взаимодействие, тренируемся, и поэтому происходят такие замены. Понятно. На самом деле, это все здорово. Желаем вам действительно успехов в следующих матчах. Вам будет несложно. И удачи, я думаю, вам... ой, господи, несложно. Нелегко уж точно, потому что там дальше вас ждут действительно ребята, которые так же, как и вы, серьезно к этому подходят и будут готовы драться. Вот, поэтому удачи в следующих играх. Не будем тебя долго задерживать после этой серии. Ну и всем зрителям до новых встреч. Пока-пока. Спасибо большое. Всего доброго.